В этом году был, ну, наверное, за последние 15 лет максимальный с точки зрения количества и инвестиций, вложенные в тепловые сети, и в объемах перекладки тепловых сетей. Работы еще завершаются, но на последних там, двух участках у нас идет засыпка. Наверное, это самые такие тяжелые с точки зрения протяженности и сложности проведения работы. Это улица Комбинатская, улица Связистов. В ближайшие две недели обратная засыпка и планировка участков будет выполнена. Благоустройство по этим участкам будет по постоянной схеме завершено все-таки весной следующего года. Все сети, которые реконструировались, подключены по постоянной схеме, по зимнему режиму работают. Вопросов к качеству теплоснабжения от этих сетей нет. За прошлый год у нас было 4500 дефектов. К счастью, они не все зимой происходят. Часть мы из них выявляем специально при испытаниях летом повышенным давлением. Но в отопительной зоне у нас порядка 2000 дефектов бывает. И на магистральных, и квартальных сетях. Естественно, зимой у нас более сжатые сроки. Нужно все устранить, чтобы людям восстановить подачу теплоснабжения, либо горячее водоснабжение. Для больших диаметров, для магистральных сетей мы стараемся вписаться в 16 часов. По внутриквартальным отключениям это небольшие диаметры, и это сети от центральных тепловых пунктов к жилым домам или к общественным зданиям 6 часов.